Несмотря на мировые коллизии, в Чувашии межнациональные и межконфессиональные отношения не были ничем омрачены. Но это не повод расслабляться. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев провел заседание антитеррористической комиссии, где были подведены итоги работы в данной области и определены дальнейшие задачи. Работа по противодействию терроризму в Чувашии ведется планомерно и постепенно. Только с прошлого года проведено более 500 мероприятий, посвященных укреплению межнациональной и межрелигиозной толерантности, которые принесли свои результаты. К Международному фестивалю языков, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и другим тематическим праздникам жители Чувашии уже привыкли и с радостью встречают новых гостей из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Также на заседании рассмотрели вопросы защищенности значимых объектов и обеспечения безопасности на всех видах транспорта.